Всем привет еще раз, 24 августа, пивная пятинутка Илья. Сегодня у нас опять Бедеево, бланш. Так вот он выглядит. Я не знаю, видно, не видно. Сфокусилось, не сфокусилось, да какая разница. Все равно в ЧК увидите. Так, что у нас про... А, так они же откручиваются. Нахера я зажигалку? Наконец-то, да? Я вспомнил хоть раз в жизни пивной дух, а где бланш, что у них откручиваются пробки. Все никак не мог запомнить. Ну, чек я не взял. Помимо бокалов, я еще и чек с собой не взял. Ну, я думаю, что-то в районе 65 рублей. То есть... Цена вообще хорошая. Да, из такого стакана, конечно, нюхать. Пшеничка чувствуется. А вот бланш я не чувствую. Ну, давайте разберемся по составу. Бедеево вроде пока сильно не разочаровывал. Ничего спереди нету. Опять же, это все лакокрасочно. Ну, красота. Кстати, я почему думал, что эти бутылки, когда я вот эти три штуки покупал, завтра будет третья, они матовые. Потому что, когда его охладишь, она прямо матовая. Но потом, когда конденсат сходит, она простая бутылочка оказывается. Но все равно, вон, матовый. Сейчас тепло. Розлив 13.07. Вот, и 13.07. Свежее пиво. Пиво пшеничное, кстати. Почему, блядь? Ладно, пастеризованное. Бедеево бланш с экстрактивностью 12. Алкоголь 3.5. Тихо! Сейчас приду, нападу. Детишки там у меня играют. Компания. Пойду играть. 3.5 алкоголя. Ну, 12 плотности. Это шикардос. Состав: вода подготовленная. Солод пивальный ячменный. Светлый. Окей. Солод пивальный пшеничный. Уже косяк, потому что должна быть не соложенка. Не соложенная пшеница. Вот она пришла. Дрожжи, хмель. Сука, а где у нас цедра и кориандр? Не бланш. Наели. Ну, блин, я не знаю, как это вот... Ну, сука, ну пивовары, на пивоварне. Они не знают состав, который должен быть в каких-то стилях, что ли. Почему я, сука, знаю, а они не знают? Ну вот как-то работает вообще, а? По цвету. Мутненькое желтое, похоже на апельсиновый сок. По аромату. Ну, вот. Так, Захар, подожди, не подходи, сейчас я приду. Я снимаю видео, сейчас я приду. Иди, играй пока с девчонками. А через сколько минут? Через пару минут приду. Косяк. Ходят тут детишки. Детский сад тут развели, блин, на даче. Сука, вы не написали, что ли, в составе цедру? Она есть. Так как так-то, а? Но это не супер выдающийся бланш. Но цедру туда добавили, апельсина. Она чувствуется. Кориандр вроде нет. Ну хотя бы что-то одно из двух уже хорошо. А почему не написали?
Или, может, они как-то... А как ты добьешься такого вкуса? Я не знаю. Я ж не пивовар, но... Ребята что-то мутят, ребята. Что-то они скрыли от нас. Это реально по вкусу бланш. Но, опять же, это пиво без дефектов. Спокойненькое, ровненькое, блядь. Без аромок вот этих, да, когда он все вот брызжет, вот это вот, все вот это. Химоза, как в Хугардене и в Кренинбурге. Вот спокойненько, с легким налетом цедры, апельсина, да? Вкусно, сука, молодцы. Только в составе что-то вот не написали, да и со составом. Промазали. Хорошо. Тут прямо настоящий, вот не химозный бланш. Блин, ребят, реально, если вот, ну, оно точно где-то вот 65 рублей, вся там линейка где-то. Не больше оно стоит. Если где-то увидите, вы любите там бланши, не пшенички, а бланши. Да. Это оно натуральное, российское, из глубинки. Блин, Бедеева, вы прямо у меня это в сердечке прямо. Хорошо. С легкой кислинкой. Тело хорошее, насыщенное, не проваливается. Вопросов вообще ноль. Красавцы. Ну, я надеюсь, что так и будет дальше, потому что нам еще от этой пивоварни ООО «Люкс» несколько пивасов предстоит попробовать. Ну а на этом пока будем заканчивать, поэтому не болейте, берегите себя, будьте здоровы, открывайте для себя нового стилита бланши, открывайте для себя новую пивоварню. Это ООО «Люкс» Бедеева, оно же «Главпивторг», а я побежал играть с детишками. До завтра. Adios, amigos.